Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть Бравл Старс. Так, у нас восьмой день. Супер редкий, да? 50 силы. 50 силы для любого бойца. Так, подарочек. Я хочу забрать мой подарочек. Там, по-моему, кредиты должны быть. 10 штук. Ага, очки силы. Ну, заберем с собой очки силы. 10. Мало, конечно. Но лучше что-то, чем ничего. Тем более халявный подарок. Так, ну что, нам розу нужно прокачать до 10 уровня. И квесты новые. Посмотрим, какие тут квесты. Так, бойцу Мортис бой или газ. 3 боя. Так, в ранговом бою 5 раз. Слушай, ну хорошо, в принципе, тут у нас пока гриф или газ. С газом очень... много, два задания, ребята. Газ, это у нас шариковый, блин. Ну а что, надо проходить, надо пытаться. Как раз сделаем тут 3 боя. Тут, сколько, 15 раз уничтожить врагов. Давай пробовать играть за газа, учиться. Пока на ботах. Где у нас газ? Вот он. Выбираем его. Захват кристалла, вжух-вжух. Нет, давай мы с тобой не вжух-вжух возьмем, а пиу-пиу. Твой клуб. До начала события 2 дня. Бой с боссом. Металлолом. До начала события 2 дня. В копилку. Я один день назад. Я в копилку буду играть. А разве копилка доступна? Там же написано. Непонятно. Я, наверное, друзья мои, в нокаут пойду. Потому что этот парень шариковый, фиг знает, как за него играть. Я еще не особо, так сказать, его понял. Я знаю, что он бросается этими надувными шариками. Всякими там. А ульта? Ульта, я не помню, какая у него. Блин, команда у нас какая-то не очень хорошая, ребят. Так, у них остался один. А этому пофиг, он на пролом идет. Этот проснулся там. Ну что, он там ныкается? Он на шипы на... Да все, ему крышка. Готов, хлопчик. Мы его порвали здесь. Так, у меня готова ульта. Я сейчас гляну, кстати, что у нас за ульта. Но... Я не понял, что у него за ульта? А, у него щит. Ну, Фрэнк, понятно, издалека там по всем бомбит. И такой, шарики. Поэтому его назвали газ. Любитель шариков. 50 монет. Ну, погнали. Дальше. С ботами хорошо играть, да? Они не напрягают сильно. Так, газ, у нас мелоди. И опять же, у них тоже газ, ребята, бул и шарф. Да уж, командочка. Ну это что еще такие за фокусы у нас? Ну, здоровский, ребят. Это у меня проблема или это проблема сервера? Так, ребят, ну что, косяки были у меня. Пропал интернет, я не знаю почему. Но сейчас он появился, и мы продолжаем играть за газа. Так, мы в нокауте. Так что будем
потихонечку. Два газа. Серьезно, два газа, блин, в команде. Эй, друзья, ну это. Так, минус двоечку мы сделали. Тут что-то вообще на изи. Ну, правильно, боты, как вы говорили, боты. До 500 кубков у нас боты играют. Так, блин, туда не хочу, ребят, пока суваться. В любом случае мы выиграли здесь. Так, это кто у нас такой вообще? Идет так спокойненько, бомбит их. Без проблем. А тем временем у нас газ, ребят, получает третий уровень. Всего-то лишь. Всего-то лишь пока третий уровень. Ну что, газ, давай бомбить. Нам с тобой еще тут надо дофига. Выиграть один раунд, потом еще подбить сколько-то противников. Хотел бы я посмотреть, как он себя будет вести на кристаллах. Погнали, Dangerous. Карлуша, дорогой ты мой, получил по башке? Что вот этот вот призрак делает, а? Мне бы хотелось знать. Да ладно. Есть. Ну что, погнали теперь этого бомбить. Карлушу. Карлуша, здорово. Точно это был бот. Тупой бот. Да все, им хана. Так, два фрага уничтожено. Ну, а что хотел? Тут 8-битка отличилась у нас, да, я смотрю. MVP. А я всего лишь одного подбил. Но, четвертый уровень. Пятый даже. Слушай, подожди, а что у нас так дофига-то? Побить врага 9 раз, нанести 60 урона, 1000, естественно, и еще побить врага 15 раз. Да. Газ, мы так с тобой, пожалуй, 60 тысяч урона будем месяц набивать такими темпами. Так, у нас Роза, Тик, ну и я. Нелли. Быстро и безболезненно. Газ, ты вообще будешь сегодня кого-нибудь уничтожать? Нам надо урона нанести немерено. Что этот призрак делает? Скажи-ка мне на милость. Роза в наглую пошла. Просто расфигачила там все. Так, ну что, шестой уровень. Пока нет. Пока нет. Так, подожди секундочку. Дай-ка я гляну. Дай-ка я гляну. Так, а тут в ранге. Подожди, у нас что, задания поменялись? Пока. Гриф, газ, Пока. Слушай, ну нам тогда лучше взять Пока. Зачем я буду и здесь Пока, и здесь Пока. Да, да, возьмем Пока, ребят. И по заданиям он нам нужен. А нигде. Без разницы где. Главное, чтобы выиграть. Погнали. Пока, Тара и Леха. То есть Брок. Конечно. Ты со своим метеоритом иди, знаешь, куда? В одно место.
Ты серьезно? Он решил нас на храпчиком взять? Дуренеров. Ну что, пора проучить, по-моему, мне кажется, этого голодранца, друзья. И мы его проучим обязательно. Вот и все. Допрыгался кузнечик. Допрыгал. Тара, ты опять там спишь, а? Брок, не подставляйся. Точно мог. Тупой еще к тому же. Прыгнул сюда и побежал за Лехой. А Леха, видишь, как шустро от него ушел. Это, конечно, не очень красиво. Я сюда зашел. Ну иди сюда, Шелли. Морфели. Далеко не убежала, гаденыша. Все, 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 по красоте. Окко получает у меня 11 уровень. Так, смотри, у нас тут 5 раз бой надо выиграть. Слушай, скоро мы с тобой получим новый ранг, судя по всему. Новый рубеж, и мы звездочка. Всего лишь маленькая, вшивенькая звездочка будет у нас. В которой, как всегда, как-нибудь силу или еще что-нибудь. Эпик же фиг дадут. Так, слушай, ну команда неплохая у нас. У нас Динамайк, Покка и Шарф. Гарри. Этот там... Так, вон, ребята, муха. Вот у нее преимущество, да, ребят, что она летает. Летает над воздухом. Так, мне надо сматываться. Пока не поздно, мы передохнем. Оу! Кого я вижу, друзья мои? Кого я вижу? Так, ну что, муха осталась одна. Пошли за ней. Допрыгался, долетался. Вшивый. Он так и будет там контрить, я так понимаю, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Гарик, ушел бы ты лучше бы. От греха подальше. Мне хана, ребят. Но! Ай-яй-яй. Так, Гарри, не подставляйся лучше. Ага. Так, накопите себе здоровье и просто возьмите его в окружную. И он ничего здесь не сделает. Ну вот это, конечно, зря. Зря он прыганул, ребят, вообще. Все, молодцы. Долетался навозник. А меня, конечно, да, меня там притянули и бомбануло. Та самая дуреха, которая с отбойным молотком. Ну что? Есть. Давай заберем свою награду здесь. Звездочку. Эпик. Мэйси. Кто такая Мэйси? Кто такая Мэйси? Скажи-ка мне на милость. Ну что, Пока, пойдем еще в нокауте. Потом можно будет, в принципе, наверное, на кристаллах поиграть. Так, это у нас Салли, да? А вот это что? Не узнаю тебя. Не узнаю тебя, Миша. Так, ну это Брок, это понятно. Точнее, какой Брок? Это Бул. Так, друзья мои, стоим здесь. Пускай они идут сюда.
Ау, 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 ау. Ну правильно, я один-то здесь. Куда я с ними тут, ребят? А эти бараны, балбесы тупорылые. Просто тупорылые балбесы. Особенно Спайк. Просто тупорылый. Ну, где он, блин? Идиот, блин. Тварь, а. Ну и чё ты, блин? Гнида, просто гнида, ребят. Просто гнида. Простоял, блин. Простоял, даже ничего не смог сделать. Придурочный, блин. Просто тварь. Хренею, таких вот баранов дадут и играй с ними, блин. Я один-то, я ничего не смог бы сделать, ребят. Просто, хоть ты там забегайся, тебя прижучат. Как ни крути. Эдгар, не лезь туда. Чё, Эдгара уже завалили? Придурок, еще один баран, ребят, попадается нам. Еще один придурочный, блин. Ну, сейчас и этот допрыгается. Нормально. Я офигею, скалищи с этих, а. Да просто нет слов, ребят. Ну они что, долбоебы, что ли? Я не понимаю, а? Ну, ребят, это по-другому не назвать. Джин, иди сюда. Что случилось опять? Нормалек. Ну, типа, подставляется. Просто, блин. Как я не знаю, кто. Так, ребят, два задания выполнил, и нам нужно... А, нам нужно исцелить здоровье. Редкий. 50 монет всего лишь-то. Ну, зато билетик мы здесь получаем. Блинки. А, кристаллы. Потом звезда, 1000 монет. Как-то так. Сейчас, подожди, ребят, гляну, что у нас там по заданию. Так, пока. Нам нужно еще два боя выиграть, получается, да? Столкновение или баскетбол. А можно вот здесь вот обновить? Дайте что-нибудь. Нита, Фрэнк или Тик. Но это уже будет получше. Это уже будет получше. Так. До обновления 22 часа. Погнали. Все равно нам надо, как ни крути, за Пока проходить. Так, Пэм, Дэрил или МЗ. Значит, нам нужно выиграть два поединка и еще отхиляться. Причем отхиляться немерено. Хила. Втюхать надо. Побежали. Так, у нас Леон. Битка. И алкаш, я смотрю, там вражеский. Минус один. Окей. Постоим тогда здесь. Леон, ты там не подставляйся. Надо идти сюда, ребят. Но будет сегодня что-нибудь интересное у нас. Ну где эта тварюга? Так, ага. Прижучили, не помогла ей эта фигня. Турелечка ее вшивая. Леон, ты дурачок или что? Я не пойму. Вот так, ребят, бывает. Так называется, подставляется. Ну что, у нас остается один алкаш. Пойдем его брать тепленьким.
черт подери. Ну давай, Битка, бери его, блин. Но он же видит тебя. Да куда? О, отлично. Алкаш забросал свои бутылочки. Алкаш добросался своей бутылки, ну и, соответственно, схлопотал. А мы с тобой получаем 12 уровень и исцелились на нужное количество. И еще один билет. Так, звезда. Вау, легендарка. И что же нам дадут? Так, Эльприма движется на 25% быстрее в течение 4 секунд после активации супера. Почему именно все на Эльприма выпадает, а? Насколько я помню, нам нужно еще, ребят, один поединок здесь выиграть, и уже можно будет потом переключаться. Ну давай. Ах, ламоны. Так, Эдгар, Алкаш. Так, а у них Динамайк, ребята. Динамайку-то здесь хорошо бросать бомбочки. Буду честен. Опа, Мелоди. Но! Попалась. Так, они там все стоят, да? Так, ребята, засветился чувак. Ну, пойдем искать Динамайка. Где он там у нас? Эдгар разобрался с ним, короче, в соло. Ну и красавчик. Ёпрсты, у меня здоровье-то. Блин, ребята, Эдгара завалили. Синяк, блин, ну что ж ты. Ребята, у нас... Мы теряем преимущество, потеряли. Я не знаю, что там с Динамайком случилось. Пойду я, наверное, как-то вот здесь вот. Динамайк, ребят, крадется, чтобы забросать нас бомбочками, судя по всему. Ульту бы, конечно, было бы неплохо получить. Так, ребята, у нас зона идет. Пипец. Тут сфейлился я, к сожалению. Как можно... Да проиграть там, блин. Перегородок нет уже. Так, что у нас есть? У нас есть хил. Ну что, Эдгар, там сможешь кому-то развалить? Развалил. Мелоди, по крайней мере, он уничтожил. Ну его тоже, смотри, ребята, бомбанули. Так, он один, Барри. Барри остался один против двух. Нет, здесь, наверное, не получится. Бомбанет. Бомбанут тебя, Барри. Ай-яй-яй, зона. Ну, допустим. У них практически, ребята, одинаково идет, только... Красавчик, перехитрил. Ну это явно не боты были, ребят. Это явно не боты были, поэтому нормально все. Я тут вообще никого не подбил. Но задание, по-моему, выполнил. Да.
Да нет, не хочу в команде пока ни в какой играть. Так, что у нас тут? Ранг, Фрэнк, Тик или Нита, захват кристаллов или парное столкновение. Вот как раз мы с тобой возьмем, наверное, Тика и пойдем на кристаллы. Да, я думаю, так будет лучше. Хотя, подожди, Тик. Кого там надо было выбрать? Либо Тика, либо Ниту, либо Фрэнка. Они все у меня 10 уровня, поэтому тут без разницы. Но я хочу взять Тика здесь. Выбираем его и берем с тобой захват кристаллов. До начала события. Побег с орфеями. Кружащие пески. Серия побед 3. А что это такое у нас за... А как посмотреть-то, что за это? Так, Бойзер, сражайся с врагами и другими игроками за трофеи. Сбеги через выход и получи призы. Выход открывается, когда остается только половина игроков, и начинается обратный счет. Собирай кубки. Ну, это получается, что столкновение, что-то типа того. Типа того задания, да? Выживет только один. Успей сбежать в портал. А возле портала, как всегда, тебя будут там ловить, ребята. И нахлобучивать. Так, тоже, ребята, у них Тик, Мелоди и кэшбэк. Минус газ. Ой, газ, ты понял. Нет, парень. Так, ребят, оу. А как это так получилось? Я не понял. Вот этого, ребята, я не понял юмора. Получил, гаденыш. Бомба-то где? Вон она, бомба. Собирай кристаллы. Попка. Ну, Мелоди, кто там у нас? МЗ. Дай-ка этого кэшбэка. Да чтоб ты... Все получаю, дай получай, звезделей. Так, 9, нам еще один кристалл, друзья мои. Есть. Все, идите курите, я тут пока постою. Так сказать, прикрою ваши хрупкие тела. Да иди ты в баню. Вражеский Тик. Прекрасно. Бой окончен. Она семерых, а я всего лишь двух подбил. Выиграть бой, победить 15 врагов. Что-то бубнит там, бубнит. Так, Мортис. Кэш. Что ты там бубнишь? Зараза, а? Эдакая. Так, ребят, я понял. Тварюга там сидит. В плане я даже не успел. Я даже не успел, ребят, ульту свою выпустить. Меня завалил этот хламон, робот, блин. Опять не успел. Так, вот здесь кто-то сидит в кустах. Вот в этих вот. Нет, я ошибся, не в этих кустах сидит. Да какого фига-то, я не могу понять. Чё за мощь-то такая? Я ничего сделать не могу, ребят, меня с удара выносят. С какого, блин, перепуга-то? Чё, забрал кристаллы хоть сколько-то? Ну, хоть сколько-то он забрал, но это мало. Куда ты, гад, бежишь? Он там сидит. Вон он.
Да ты посмотри, вот из-за этого гаденыша, ребята, я проигрываю. Не могу ничего сделать. Все, они уже набрали кристаллы. Давай, 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 бомби. А львиная доля кристаллов-то у кого? Ну, короче, тут понятно, с командой говно полное получилось. Подыхали один за другим. Я тут подыхал, и они подыхали, короче. Ничего хорошего не вышло. Не было сплоченности никакой, просто каждый сам за себя. Так, Тик, давай-ка я тебя уберу. И поставлю, наверное, Ниту. Возьму я Ниту. Поехали. Все-таки Тик уступает, мне кажется, Динамайку. Как по мне. Хоть они оба и бомбардиры, но уступают. Так, Покка. Вот тебе и Нита. Так, Грифа нету. Там Покка, как ты видишь. Да ладно, кто тебя хиляет? Ну, а смотри, ребята, встоит, блин. Ну. Минус гриф. Так, ребят, у нас 8 осколков. Ой, сколько кристаллов? 9. Так, вон там вон Роза стоит. Ей хана. Так, ну а нам просто тупо надо переждать всю эту кашу, и будет норма. Пока там разогнался, побежал за мной. Ну, не тут-то было. Хорош. А Нита проявляет свое мастерство. Нам еще 3 победы. Нам еще 3 победы нужно. Потом ранговые бои. Но ранговые бои можно, в принципе, наверное, поменять. Или все-таки сходить на них подраться. Сходим, подеремся. 2 Эдгара. У нас Дэрил, блин, и Нита. 2 Эдгара и Нита, ребят, ну это, конечно... Это, конечно, жестко будет. Давай, давай, хватай. Дэрил. Упс, упс. Наш Эдгар будет, да, посерьезнее. Нет, это не наш Эдгар. Это был вражеский Эдгар. Нашего ушатали. А знаешь, почему шатали? Потому что они вдвоем, ребята, там шухерят. У них 6 кристаллов. Вы чем сидите, тупите? У нас Эдгар тупой, как сибирский вальник, ребят. Я тебе хочу сказать. Пипец. Ну ты посмотри, что 2 Эдгара делают. Наш не может нифига сделать против них. Они сейчас будут отправлять. Вот он, гад. Вот он, ребята, с 10 кристаллами. Есть. Он их потерял. Ну, здесь-то, хлопчики, вам будет не сладко. Готово. Обидно, да, так? Прибежал на нашу зону, получил звездюлей. Просто разобрали его, и... Все нормально было.
А они вели, ребята, вели с офигенным счетом. Но надо было этому дурачку выпендриться, высунуться на нашу зону. Так им и надо, по делам будет знать, как вшивый лазить на чужую территорию. Так, а вот этот что за хмырь? Редкий чувак какой-то. Ну, по-моему, он бомбы бросает. Я могу, конечно, ошибаться. По-моему, ребята, он бомбы. Ага, ага, ты понял, что делает? Ты понял, что они делают, ребят? Да, он какую-то фигню бросает непонятную. Так, вот он один всех бомбанул. Вы что, серьезно? Вы издеваетесь, блин? Так, я Бо, ребята, подсветил. Он здесь вот. Подсветил, называется. Так, теперь он там, да, ныкается? Ну вали ты этого хмыря-то, блин. Так, короче, тут Бо. Ну куда ты побежал? Давай, давай, Эдгар, вали его. Ну! Да забери ты, тик! Да, конечно. Все, последний там у нас. Последний, ребята, стырили. Придурочные, потому что. Ну что, придурки. Бал, даже не буду смотреть. Эдгар тупой вообще, как сибирский валенок, если честно. Вот в этой катке он вообще играть не умел. Ну это значит, этот бот был, ё-моё, скорее всего. Раз они лезут, как вы сказали, если лезет на рожон, значит это бот. Других тут вариантов нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сразу же. Ну куда вот, чё? Меня в стан загнали, ребята. А-тя-тя-тя-тя. Смотри, 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 что Брок делает. Вальнули, вальнули, ребят. А кто-то у них с кристаллами, друзья, сидит. Кто-то с кристаллами сидит. Кто-то у них с кристаллами. Вот он. Ребят, это Фрэнк. Это Фрэнк был. Все, можно, в принципе, назад бежать. Но! Все, прекрасно. Выиграли. Выиграли здесь каточку. Да. А почему он лучше был, я не знаю, ребята. Так, Нита получает у нас, друзья, 15 уровень. 15 уровень. Так, так. Ага, еще и блинки получили. 1000 монет. Прекрасно, превосходно. Такс. Сотка, всего лишь сотка.
Блин, за премиум ты нифига, ребята, да? Вот за премиум ты получаешь офигенные скины, все это. Нет премиума, нет тебе ничего. Так, давай посмотрим. Я, по-моему, задание выполнил, да? А, нет, нужно еще один захват сделать кристаллов. И все. Это только с Бравл Пасом. А если я ранговый поменяю? Блин, одиночное столкновение. Нет. Не хочу, ребят, одиночное столкновение. Выиграть бой 5 раз в режиме горячая зона. Ну, это еще куда ни шло. В горячей зоне мы попробуем выиграть 5 раз. А нафиг я Ниту взял? Надо было поменять мне, наверное, персонажа-то этого. Так, Муха, Бо у них. Тут, слушай, ребят, у них хорошая команда. Это Мелоди, что ли, так выглядит? Так, Динамайк, друзья мои. Этот бежит за кристалликом, за одним кристалликом. Ну, ну и чё этот придурочный-то? Чё он делает-то? Смотри, что вытворяет. Пипец. Я один. Где все? Где они, идиоты эти, блин? Куски металла, блин. Ты придурочный этот, ничего не... Давай брать ее, блин. Ты с этими дебилами что-нибудь сделаешь? Ну погнали, жучи-то. Придурочные, блин. Где бегают? Где шоркаются хмыри, блин? Я говорю, с такими баранами играть, блин, себя не уважать. Серьезно тебе говорю, блин. Вообще никого нету, блин. Да, он и малолетний, блин. Че тут, блин, брать? Я не знаю. Захват кристаллов. Ну, захват кристаллов и горячая зона у нас. Что надо таким придурком быть, а? Бегать там где-то, блин. Чмо болотное. Биби, почему я называю Салли? Это же Биби. Может, за Джеки поиграть? Давай за Джеки поиграем. Что-то, ребят, тут не похоже, что это боты. До 500 кубков тебе будут встречаться боты. Если это боты, то слишком хорошо они тут разыгрались. Давай посмотрим правде в глаза. Я ближник, ребят. Капитальный ближник. Капитальный ближник. Надо их подлавливать. Хорош. Так, я ныкаюсь. Ну и куда ты пошел, Фрэнк? Ну ты вообще, что ли, больной? Зачем так подставляться? Я вот этого никак вот не могу понять. Сколько играю? Вон, смотри, 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 что. Постоянно их приходится прикрывать здесь, блин, жопу ихнюю. Ага. Ну вот, в принципе, и все, друзья мои. Пойду последний кристаллик заберу здесь. Вот не надо возле их зоны крутиться. Ну сколько раз буду повторять, блин, ну.
Они здесь появляются в защите, и это им дает им небольшое преимущество. Они неуязвимку имеют. Сколько, интересно, Фрэнк как-то нащелкал-то здесь? Десятку. Я и смотрю, что он там что-то очень лихо наворачивал. Так, ребят, ну что, 5 боев я выиграл. Угу. Так, и остается у нас горячая зона. Муравьиные бега. Давай попробуем. Не будем изменять своим планам. Она тем более для ближнего боя, ну, вообще идеально подходит. Блин, тут динамайк. Пошли и захватывать территорию. Хорош, начало такое не кислое. Да, Амортис, молодец, красава. Ну вот это уже, по-моему, боты чистой воды, ребят. Горит. Да, вообще шансов у них нету. Да и видно, что они идут. Они просто идут на пролом, ребят, это чистой воды ботаники. Ну все, выигрываем. Да, Мортис начал, конечно, здоровски. Просто в атаку пошел сразу всех там. Расчеквыжил. По красоте это было, конечно. Так, подожди секундочку, я что-то не понял. У нас зачет идет или нет? А, идет горячая зона, все идет, ребят. Мне показалось, что не идет. Еще 5 побед. Блин, как приятно играть с нормальными вот бойцами, которые знают толк. Не бегают там абы где, абы что. Так, это что за чувак с кошечкой? Кто такой, что за хмырь? Опять же, начало неплохое, ребят. Ага, с кошкой побежал. Вшивый. Да и пускай там бегает. Я его вот здесь вот. Слава богу, мой удар, ребята, через стены проходит, так что... Да это уже какой-нибудь смайлик. Блин, это не смайлик. Татуха, ой, татуха. Ну нифига ты, Бул. Это Бул, ребята, оказывается. Плохо, когда у тебя закончились заряды. Бул, успокойся, дурачок местного разлива. Мы на пределе, друзья, мы играем. Смотри, у нас ХП. Этот побежал куда-то. Пенни. Ну и доигралось, естественно. Да, 23% всего лишь они набрали. Семерых нащелкал. Угу. Так, мы, скорее всего, с собой еще получим здесь ранг. Судя по всему, успеем заработать. Ну, давай. Захвати все горячие зоны. Тут одна зона всего лишь. Блин, я вот этого так и не понял, ребята. Он почему-то начинает один бегать. Откуда у него второй там напарничек берется? Мне пока не ясно. Упс. Начало прекрасное, да? Я бы сказал, идеальное начало. Это боты. Тут уже, ребята, сразу видно, так как они... Просто, смотри. Просто бегут нахрапом.
ударил, дурачок. Выкатился, блин. Да. Какая же благодать с ботами дрынкать, а, ребят? Но 5% 4, 3, 2, 1, готово. Было все очень сделано. Так, 9-рых нащелкал. Я только 3-х. Самый лузер, блин. Че, еще 2 поединка надо играть? Что-то мы играем, 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 играем и все никак не можем набить. Ладно, хорошо, 2 поединка, так 2 поединка. Ой-ой-ой, Мортис. Ну, у нас есть Эдгар. Гриф. Нормальное начало. Эдгар, шел бы ты куда-нибудь подальше, а? Ну, 100% боты. Они идут, у них даже тактики нету. Просто бегут и все, ребят. Уже 66%. Так, отходим. Потому что тут Мишка косолапый был. Это боты, ребята, они идут по одной траектории. Они даже ничего не меняют, абсолютно. Чистой воды боты. Да и хрен с ними. Сколько мы, интересно, нащелкали, а? 11. Фиг ботов не щелкать-то, да? Ну что, еще один бой. И на покой. Есть. Так, мы как раз еще с тобой один билет получим. Так, а тут у нас звезды. А, 100 силы. 100 силы. Так, следующий... Вот, 430. Вот это было бы хорошо. Тут еще 300. Но до этого, блин... Идти как до Китая раком, как я обычно говорю. Ну, слишком долго. Много нужно поединков там отыграть. Так, ну что, друзья мои. Мелоди, Пока. Оу, у них Бул, Эль Прима. Ну, я надеюсь, что это боты. С ними весело играть. С ними весело играть, с ботами, я имею в виду. Мелоди, вот куда ты лезешь? Щелк, щелк, щелк. Ты посмотри, он даже Мелоди уничтожил, а? Так, ну это не очень похоже на ботов. Что-то я как-то этого... Так, Бул, ну и чё ты? Высунулся. Так, давай, Мелоди, убегай. Здорово, дракончик. Без шансов. Ну, 47%, тем не менее, набили они. Естественно, Пока здесь тоже хорошо сработал. Ребята, успел меня отхилять. За что ему респект и уважуха. Ну, а мы с тобой забираем наш билет. Ну, конечно, редкий. Конечно, редкий. 100 кредитов. По-моему, ребята, все, да? Все задания на сегодня я выполнил. Единственное, что меня интересует, это...
Подожди, 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 подожди. Мне нужны новые события. Вот это вот. Побег с трофеями. Мне почему-то кажется, что здесь очень неплохо был бы динамайк. Хотя... Давай попробуем просто партийку, ребят, сыграть. Я хочу глянуть просто, что это такое, что он себе представляет здесь. Я так понимаю, что это кажется сам за себя. Но с условиями... Да, кажется сам за себя, но... В плане роботы. Так, 8-битка, я смотрю там. Вот мне, ребята, против 8-битки, конечно, будет не очень хорошо драться. Тут еще и алкаш. Всех роботов, что ли, позавалили уже, блин? Мне-то хоть оставили одного. Пора сбежать. Куда сбежать-то? Успеем как-нибудь сбежать? Я сбежал. И что это значит? В плане поражения. Там же было... Там же было написано сбежать. Так. Я что-то не то сделал, друзья мои. Или вначале надо их всех уничтожить, а потом сбежать. Так, что ли, вы хотите сказать? Слушай, я потом попробую взять Эль Прима сюда. Посмотреть, как у нас получится с ним. Да это отвали ты от меня, робот. Злосчастный. Кто там, ребята? Там Динамайк, да? Где же ты, синяк? Где же ты, синяк? Осталось бойцов 5. Только не Эдгара, давайте сюда, пожалуйста. Кто там? Так, друзья мои, сейчас посмотрим, кто здесь и что тут. Два бойца осталось. Ау, нормально. Выиграл, друзья. Ну и чего тут? А тут абсолютно ничего, просто, ребята, бегаешь и все. Я думал, там будет что-то такое, ну. Но... Это то же самое, вот. По-моему, все ничего, или как он там называется? Ну да. Так, ладно, давай мы с тобой кого-нибудь еще прокачаем. Вот, кстати, у нас, друзья мои, Роза. Бедненькая страдает. Алло, алло, алло. Вот и я, алло. Спреи тут всякие. Всяких, куча всяких спреев. Так, ладно. Че, ребятушки, пойдем. 10-й левел набьем ей. Я думаю... А, подожди! А какой... Я режим не поменял. Ой, баран... Вот это я, ребята, лопухнулся. Режим-то не поменял. Блин, каждый сам за себя. Ну, ёпрысоте. Ну, как так-то, Рэй? Ну, как ты так мог лопухнуться, а? Роза не самый лучший боец, как мне кажется, ребят. Вот именно для этого плана. Ух ты. Кого-то тут шлёпнули.
Вот значит, что значит не автоатач. Вот автоатакнул, ребят. Да я вообще хотел на самом деле не этот режим. Я хотел 10 уровень поднять. Я забыл поменять здесь режим. Долбанный. Ты вжух, а? Рэй. А, рай для злодея. Зачистка. Давай посмотрим, что за рай для злодея. И я так понимаю, здесь должен остаться, наверное, тоже один. Точнее, мы должны уничтожить вражескую команду, скорее всего. Так, воронок. Нет. Тут что-то другое у нас. 10 из 10. Что такое 10 из 10? Карлуша, успокойся. 2 из 2. Ай-яй-яй-яй-яй, есть. Блин, ну меня подбили. Слушай, они ведут, как ни странно. Тэкдаун. Двойной тэкдаун. Да пока, блин. Есть. Так, ну что, остается там один хмырь. Вон он. Есть. Нет, ребят, я не этот бой, честно говоря, предполагал. У ворона прикольная штука, ребята. Он может перелететь, да, на какую-либо точку, избежав урона. Или, например, выйти из сложной ситуации. Или, например, перепрыгнуть и сзади врага бомбануть. То есть, как бы, круто. Давай, наверное, в омут. Тут просто нам быстрее набить, ребят, фрагов. И быстрее прокачать розочку на куче навоза. Я не знаю, может быть, сегодня, ребят, еще Marvel Snap. Да, Marvel Snap поиграю чуть-чуть. Там у нас обновление было новое. Так, Гриф сразу начинает свои монеты петрушить. Давай-ка аккуратненько, аккуратненько. Там у них Мелоди. Жалко, у меня нет дальней атаки. Воу-воу-воу-воу, подкупили-то как дешево, ребята. Меня вообще. А это Пенни вообще тут ничего толкового не сделал, друзья. Ну чего ты стоишь-то тут, блин, придурочный? Убогий, блин. Стоит здесь, блин, спит. Чмо болотное, блин. Так, ну что, этой тоже, ребята, надо будет выходить, я так понимаю, да? Куда? А, ну, нормально это, в принципе, сделал. Будем турельку с тобой защищать. Так, минус Мелоди. Погнали, друзья. Уходим. Есть, догнал я ее. Да, елозил, у меня еще щит был как раз. Я весь такой в щите, красавчик. Ну что, Роза, получаешь? Да нифига не получает. Еще пока нет. Еще один поединочек. Давай, давай, не бубни там мне. Забубнила бабуля, блин. Как говорится, зажурчала болотце. Зажурчала болотце. Так, ну что у них тут? Ну, Макс только что вот самая скоростная здесь. Блин, а у нас ближе Карлуша, ну... Не знаю, друзья, что получится у нас тут. Куда ты лезешь-то? Куда ты лезешь-то, баран? Ой, дауны, ёпар... Да, друзья мои, заставь дурака, как говорится, богу молиться, он и лоб расшибет. Ну и что вы предлагаете мне тут сделать? Щита нет, ничего нет, блин. Придурочные, блин, я в шоке, а, от этих больных. От этого Карлуши, да и вообще от всех.
Просто дегенераты, ребят. Просто дегенераты. Конченые, блин. Ребят, я не знаю, что с ним делать. Карлуша, ты можешь метать свой топор, блин, хотя бы авансом, блин. Кирку свою дебильную. Ну, Покка-то больше всех надо, ребят. Да закидывай ты их там. Карлуша, блин, ну. Да неужели, ЕПРСТ? Ну это моб. Карлуша это, ребята, моб. Это 100%, даже видно по нему. Он к тому же и не играет ни хренашечки. Погнал я, короче, сюда. Меня подбили. И опять тут один на один. Опять Карлуша, блин. Ну тут он с Максом, наверное, не выиграет. Бездарь, потому что. Потому что Карлуша этот бездарь. Почему, ребята, бездарь? Потому что за то время, когда я там с ними разбирался, они никого не могли там подбить. Придурочные. Где они там, что они делали, я не знаю. Я два раза активировал щит, двоих там накрыл, и их не было рядом. Блин, два ближника против дальника. Да. Мортис, ну ты больной, что ли? Восьмибиточка, 9 на 12. Да, Мортис с собой пожертвовал, но двоих он, ребят, забрал. По крайней мере, одного точно забрал, второго я добил там уже. Быстро, тут быстро мы с ними. Ну что, Роза? Причем Мортис никого не уничтожил. Как такое может быть? Есть. Да, Роза, наконец-то ты получила свой 10 уровень. Наконец-то. Так, дай-ка я гляну, кто у нас следующий пойдет по прокачке. Блин, я все смотрю, ребят, на этого Мортиса и думаю, когда-то же дойдет до него дело. Пузырьковый хмыреныш плюс Тара. Пайпер. Наверное, я все-таки в следующий раз возьмусь за Шелли. Попробую ее прокачать. Джесси, может Джесси качнуть? Турель Джесси порождает ударную волну, замедляющую всех врагов, находящихся в зоне ее действия. Скорость атаки Скрапи увеличится вдвое на 5 секунд. Ну, Скрапи, я так понимаю, это та самая турель, да? О которой идет речь. Ну, ударная волна это фигня. Давай, наверное, вот так вот сделаем. На 5 секунд. Ну, ладно, годится. Так. Делать противника видимым после получения им урона. Сила компаньона увеличивается. Сила компаньона увеличивается на 25%. Увеличит количество использования гаджетов за один бой. На 50% эффективнее здоровье. Ускоряет движение в кустах. Черт его знает, какой тут лучше взять. На 50% эффективнее здоровье. 2000. Вот так, выстрелив по турели, Джесси восстанавливает ей. Выстрелив по турели, Джесси восстанавливает ей. А, это надо в турель стрелять. Скрапи стреляет энергосферами, которые отскакивают от одного врага к другому. После отскока сфера пролетает 51% своей обычной дистанции. Слушай, ну массовый шок.
Массовый шток, шок, я думаю, что это достойная фигня. Если ты ее ставишь в кусты, да, она стреляет, она рикошетит. И еще на 51% дальше летит. Потому что восстанавливать здоровье турели, ну, это такое себе счастье. Но здесь не хватает денег, надо будет потом, ребята, деньги накопить еще. В общем, я, наверное, остановлюсь пока на Джесси. Контролька. Так, ну что, друзья мои, а на сегодня я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!